Решение, несмотря на сложный экономический год, изыскать возможности вернуть к жизни спортивный объект, принял глава Анапы вслед за начавшимся ремонтом в спортивной школе «Виктория». По первоначальному проекту планировали только капремонт чаши бассейна. В итоге пришли к полной замене оборудования. Чтобы продлить срок службы высокотехнологичных систем, обслуживать сооружение должен специалист, а не школьный завхоз. Вот кто вентиляцией занимается, он должен ходить с ними вместе. И помогать. Вникает, дать ему отвертку, и пусть он ходит, не просто надзирает, а вникает. Где, что, какие проблемы могут быть. Дальше, следующий вопрос. Вода. Он должен с Викторией уже контактировать, кто там в Виктории занимается состоянием воды. Сегодня в штатном расписании должен быть человек. Все предшествующие ремонту годы бассейн регулярно бывал на замке, как раз из-за постоянных поломок. Сейчас такого быть не должно, настаивает Сергей Павлович. Вложенные бюджетные средства должны работать на пользу школьникам. Вы сделаете так, чтобы у вас был руководитель, который на вас бы замыкался здесь. Их немного будет, их будет 3-4 человека. Но вы посмотрите, оно будет в таком состоянии, вот как он вам отдаст, вот в таком состоянии оно и будет. Иначе вы его загубите. И жалко, что эти миллионы, которые потрачены. Есть мысль с Викторией, мы с Ольгой Владимировной разговаривали, чтобы они нас залицензировали как свой филиал. Ну, тоже правильное решение. Но это для процесса обучения, а я говорю об эксплуатации. Нет, эксплуатация там тоже будет входить. То есть их... Можно и так. К концу марта подрядчик обещает наполнить обновленный бассейн водой. Занятия плаванием для школьников наверняка станут любимыми в школьной программе. По пути из 7-й школы Сергей Сергеев заехал на улицу Парковая, где в эти дни тоже идет ремонт. Подрядчик восстанавливает нарушенное после прокладки канализационного коллектора дорожное покрытие. Выполнено поручение главы. Контроль за работой дорожников осуществляет сотрудник управления ЖКХ. Одновременно на Парковой идет процесс благоустройства. Обордюрено. Будущая автобусная остановка, будущие парковочные места. На тротуар в полном объеме заказан материал. Будет он в конце следующей недели. Поребрик и тротуарная плитка. Ребята сразу же приступят к реализации тротуара. По бордюрированию. Газоны мы сразу же после установки бордюров на тротуаре, мы сразу же завозим чернозем и производим озеленение в полном объеме данного участка.